потому что, ну, так на YouTube удобнее выкладывать. Покричим, порычим в королевстве Хэллоуин. О, ну все, ну это бан. Анекдоты полезли от Боссмана, ну это да. Уи! Уи! Слишком, блять, далеко улетел. Лол. А-а-а. Ладно. Хватит это терпеть. Хватит терпеть несмешные анекдоты от Боссмана. Не, ну ладно бы еще смешной был анекдот. Там выходит Боссман на улицу, а тут ему кот навстречу. Я бы понял еще, но, блин. Что Боссман натворил? Плохие анекдоты кидает, но он хочет, чтобы мы не смеялись. Хочет, чтобы нам было грустно. Так, а где была дверь-то? Чудо, темно стало, слышь? Опа. А что тут? Дональд улетел. Так, мана. О, Дональд, ты как вернулся? Мега эфир. Ладно. В какой стороне дверь-то была? Здесь? Возрастов. Блин. Где? Слышь? Нет, это в начало вообще в самую. Ты ж, мать твою. Эй, ну! Короче, нужно... Где ж проход-то этот был? Может, надо было просто вниз упасть и на лифте? Блин. Давай я опять вниз упаду. Во-во-во, хорошо упал. Отлично. Комната пыток. Уги-буги, верни назад сердце. Ты хочешь его? Ну, так давай и забери его. Ох, мать. Ну, это, похоже, актер оригинальной озвучки. Ну, давай посмотрим, как я привлеку твое внимание. Бессердечные! Ну, это все? Всего двое? Никто не может меня дисреспектить, слышь? Я всегда, знаешь, когда смотрел мультик, я думал, что вот это вот логово Уги-Буги, это прямо идеальное место для какого-то уровня. Как я был прав. Так, а где он?
Так, где ты? Луги. Ох, мать. Слышь? Говна утес. А можно меня вытащить отсюда? Нужно, да? Блин, надо к ним наверх залезть. Где он? Snake Eyes. Ты завязывай, слышь. Как мне к тебе залезть-то? Да ну давай! Как ты это там делал? Ах ты гадина. Окей. Короче, мы ждем, когда эти штуки станут активными, и только потом нажимаем кнопку. Я не знаю, как она в прошлый раз тогда сработала, непонятно. Так, где ты? Давай. Ты псина. Пизди его, пацаны. Да все, ему конец уже. Да ёпта, еще раз. Ладно, 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 я понял. Прям это дань уважения мульту, то что он это. Он все время, короче, кидает. Е, слышь, хорош хиляться, блять, алло. Слышь? Это, блять, вообще нечестно. Так-то. Давай. Я завалю тебя. Хорош! Ну он долгий. Так, если что. В плане, к нему еще добраться бы. Сейчас мы узнаем, что будет, если за ниточку идет. Воу. Обкекался, по-моему. А, текстуры падают. Что-то под это... Подрастаял, чувачок. Ну, раздави уже, не? Так, это сердце не работало после всего этого? А, священный какой-то терплет. Ansem Report 7? Угу. Это шо? Так, сердце мы забрали. Но он не работал, потому что его доктор не включил. Это еще не все. А что еще? Что? Еба. Ты че слышишь? Мои жуки! О, а что это он так вымахал-то? Смотри, у него какая-то сила тьмы, короче, его питает. Я понял, Гибуги будет расти из-за этих штук. Нам нужно уничтожить их. Окей. Не вопрос. А как нам нормально спрыгнуть-то? Нормально. Ну давай. Еще-то какая-то хуйта, что у меня будет стрелять. Слышь. Нам где-то здесь надо залезть.
Ну, похоже на то. Залезем. Еще ударчик, отлично. Да хорош! Да чё это? Теперь меня еще будет сбивать какая-то херота, которая там огнем стреляет. Да ну это нечестно. Сюда мы можем запрыгнуть? Бля, прыгни, пожалуйста, нормально. Хорошо. Гидрик платформинг. Упоротый. Чё там? Я не понимаю. Во, ещё одна, вижу. Сломали. Беги, пожалуйста. Так. Как дальше-то пройти? Блять, камера, пожалуйста. Да ну едить твой в душу, ты чего, блять? Опа, на той стороне что-то есть. Давай допрыгнем. Ту! Хорош. Да плевать мне на этих пацанов. Эй, не надо. Не, хватит. Пошли. Не останавливайся. Нахер. О! Это что было-то? Чуть было. Да не надо! Куда дальше-то? Ох, мать, я застрял. Спасибо, я понял. Да ну ты чё? Где? Да блять, камера. Господи. Беги, пожалуйста. Так, где я где-то видел? Подожди. Где-то внутри рукава, что ли? Мы туда можем вообще просочиться? Нам нужно где-то снизу, что ли, пройти? Или это так, приколюха? Блин, ну там же было. А, это было вот здесь, наверное, да? Я вот тут где-то упал. Блять, не застревай, пожалуйста. Да чтоб тебя! Вот здесь что-то. О, да блять, камера, пожалуйста. Господи Иисусе. Камера в этой игре, это кошмар какой-то. Почему ты еле идешь, объясни мне. Иди, блять, нормально, пожалуйста. Беги. Где еще? Вот после этой штуки было где-то. Да ну иди, твою мать. Вон она. Хорош, убили. Боссман, ее никто играть не будет сейчас толком. Она, блин, не работает ни хера. Хотя она доступна, это не значит, что она работает. Группа в Дискорде. Я думал об этом, но я не умею пользоваться Дискордом. Это пока что мое единственное оправдание. Воу! Ключ у него тут. Как так сделал, от луны отразилось. У этого мира была очень большая скважина. Сила звезд. Заклинание гравитация. Там все несложно. Это надо садиться, все равно смотреть. Салли, почему я тебя не слушал?
Да все нормально. Мы придумаем новый план для Хэллоуина. В следующий раз сделаем это вместе. Боссман, отстань, пожалуйста, от меня с своим шарбоксом. Я не буду его делать. Не хочу. Во-первых, я переустановил винду, и мне нужно все заново делать. Потому что, скорее всего, то, что было старое, оно уже его и нет. Похоже, у нас нет выбора. Мы отменяем бессердечный Хэллоуин фестиваль. Бессердечный Хэллоуин фестиваль пока что. Вот, я хочу, чтобы это было у тебя. Pumpkinhead. Красиво. Навещай нас в любое время, Сора. В следующем году Хэллоуин будет самым страшнейшим. Эмоции, память. Мы все засунем туда, дам эти нужные ингредиенты. Что нам еще нужно сделать, чтобы сделать сердце? А что такое вообще сердце? Я понять не могу. Ясно, понял. Та-та-та-та-ра-пам. Это краб. Так, Pumpkinhead. Ух. Дамаг больше, МП меньше. Нихера он выглядит как модня, вот посмотри. Хорош вообще. Ну я особо магией не пользуюсь, так что, ну... 7! Подожди, у меня 6? А когда у меня устал... А, чё? Так, Ripple Drive, это что такое? Finishing Combo Attack? Finishing Combo Attack upon surrounding enemies. Attack power is relative to max MP value. О, кстати, вот это вот внезапно. От этого не было вроде бы. Да, я хочу, чтобы это... Ко мне притягивались все мои эти штучки. Так, это не лезет. Гуфи. Воу, Гуфи 4 стало. Отлично. MP Rage. Дорога, это херь. Или не херь, подожди. А, нет, это не херь. Это прикольная штука. Но мы хотим, чтобы он восстанавливался сразу. После KO. С полным ХП. Да. Хотеть. Прикольно. Так, ключ мы здесь нашли. Что-то он нам еще дал. Заклинание. Гравитация. Процент ХП забирает у цели. Эффективно против врагов с большим количеством ХП. Целый этот маны. Нихера себе. Я вот тоже, знаешь, я поэтому не особо хотел играть, потому что, ну, даже субтитров нету. Потому что это порой сложно. Какие-то слова, знаешь, в таких играх. Вдруг они какие-то важные будут. А я что-нибудь пропущу, и все, и привет. Так, где тут выход-то был? Где-то прям, по-моему, на улице, не? Так, Гильотин Гейт вот здесь. Да при чем здесь ГБА-то вообще? ГБА там, блин, игра отдельная. Вы чё тусите? Так, Хэллоуин стал тихим городом, как Уги-Буги не стало. Так мы... Брызевой развеселим, будет весело. Так, ты чё? Пойду приглядывать за этими тремя. Они могут это... Розыгрыш устраивать. Ну ладно, пойдем. С Хэллоуином мы закончили, в принципе. Здесь есть еще какая-то платформа. Так, гамми шип. И сразу посмотреть, что с пушками не так, потому что, ну блин. Что-то не так с пушками было. У меня лазер обычно не стрелял. Какой-то причине. Возможно, я поставил большой лазер, и из-за этого у меня маленький лазер пропал. Щитов нету. Как мы это делали?
Gamership. Changeship. Конфиг, может? Конфиг. Кастомайз. Нет. Changeship. Тусися, нет, не то. Гараж. Тоже не то. Инвентарь, туториал. Как это делалось, я забыл уже. Да вот так вот это делалось все. Что не так у меня тут? А, ну конечно, это лазер пропал. Заебись чё. А новый лазер не поставился. Здорово. Чё ты поставил там? Не надо мне ничего ставить. Подожди. Давай еще. Маленькая пушка. Это которая? Которая просто стреляет? Радар сканирует во все стороны. Нет, не то. Крыло. 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 Так. Давай вот так сделаем. Вот здесь ищи. Да чё ты фрау-то щелкаешь? У меня разве нету ракет нормальных каких или чё? Где мои ракеты? Вот, стой, подожди. Нет, это мотор. Мотор мне пока не нужен. Вот, стой назад. Маленький лазер. Поставь его. Вот сюда он влезет? Подожди. А это что у меня тогда? Бля, зачем мне еще один лазер? Можешь снять его? Не-не-не-не-не! Отстань, ты чё, блядь? Как его убрать? Кружок, что ли? О. Здесь 8 деталей. А где моя это-то? Слышь? Где моя пушка-то? Она что, с концами пропала, что ли? Да все понятно. Протект, протект. Стоп. Нет, это мотор. Мотор не хочу. Тоже мотор. Еще мотор. Рекавери. Бля, в смысле? Маленький лазер. А куда пушка-то делась, алло? Маленький лазер. Во, большая пушка. Можно ее заебенить вот сюда? Не влезать, что ли? О, поставилась. Так, большая пушка, средних размеров пушка, маленькая пушка. Куда мы ее поставим? На крыло я могу ее поставить? Не могу. Вот сюда могу. Все. Так. R2. Так. Как выйти? Build X. Да нет. Нет, 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 нет.
Как выйти? На старт? Окей. Сейв, да. Во, все поменялось вроде бы, да? Я надеюсь, это говно полетит. Я надеюсь, это говно полетит и будет стрелять, что самое главное для меня сейчас. Так, ну давай сюда, что ли, тогда. Ты полетел? Так, ничего не тратится. Уа-а-а, ничего не тратится. Все нормально. Корабль здоровый стал, пиздец. Хорош. Так, а на что у нас мана уходит? Ну, в смысле, я понимаю, на что, но... Как ее восстановить, если что? Армор? Слышь, говно! Убей его нахер! Вот, стрелять, блядь, чего думал во мне. Так, синие значки, они восстанавливают ХП. Окей. Блин, что-то вроде тратится, но что-то нихера не тратится. Мне нравится эта пушка дополнительная. Она прям здраво так херачит в какую-то точку определенную. А, синие камни они восстанавливают не только ХП, они еще и ману восстанавливают. Ну окей. И это хорошо. Чем мир закончился? Мы победили Угивуги. И все, и ушли. Нашли скважину. По сути, ничего такого смертельного не произошло. Так, большой корабль перехватывает нас. О, крюкастый, сука, сейчас получь пизды. Так, пригнуться всем, это пиратский корабль. Он найдет на абордаж. Держитесь. Пиратский корабль. Крюк. Крюк, крюк. Крюк, крюк, крюк. Ладно, нет. Руфио, Руфио. Пулемет по центру. Чего нельзя? Неверленд, в смысле корабль? Что? Мы в Неверленд попали или мы на корабль попали? Что происходит? Слышь, ядрить, я не думал, что ты придешь, Сора. Я только хотел сказать, Сик, ты здесь? Рад тебя снова увидеть. А где Дональд и Гуфи? Ну, они так важны для тебя? Важнее, чем старые друзья? Ты бы лучше спросил про нее, чем про них. Каири? Да. Пока ты тут этой фигней страдаешь, короче, я наконец нашел ее. Не так быстро. Никаких безбилетников на моем корабле. Рико, зачем ты с бессердечными? Бессердечные служат мне. Мне теперь нечего бояться. Ты глупый. Рано или поздно он твое сердце проглотит. Да без шансов, мое сердце слишком сильно. Рико. Я тоже пару новых трюков выучил. Например, вот таких. Пойди и встречься со своими друзьями. Давайте уже отправимся куда-нибудь. И держите Сору подальше от Каири, пока мы не приземлимся.
Этот чувак думает, что он может управлять на моем корабле. Что мы будем делать? Ничего. Пусть эти... Капитан. Ну, чего? Слышал это, СМИ? Это ужасный звук. Нет, капитан. Ты уверен? Мне не показалось. Я прям чувствую, как Санёк прокрался в чат. Ты слышал этот звук? Мои бедные нервы. По-любому Санёк прокрался в чат. Капитан Крюк его слышит. Ты не говори. Ты точно была Кайри. Я наконец нашел ее. Хорошо. Давай поговорим с ней. Да. Звучит отлично. Но сначала... Может, встанем? Простите. Чё, блядь? Боссман, не пытайся в слово корабль. How you doing? Ищите выход? Питер, мать его, Пен! Ты кто? Я ответ на ваши мольбы. Хорошо, ладно. Давай по-вашему. Но ты здесь тоже застрял, не так ли? Нет, я просто жду кое-кого. Кого? Джули Робертс, что ли? Тинкербелл, ты где? Воу. Отличная работа. Так ты нашла Венди? Она не разговаривает? Подожди. Еще одна девушка была там. Ты что, безумная? Я не оставлю там Венди. Ага. Она, наверное, ревнует. Я догадываюсь, о чем она и почему она ревнует. Открой дверь. Я Питер Пен. Я Сора. Хорошо. Давай. Будем вместе действовать, но пока не найдем Венди. То есть ты вот так вот себя ведешь, как мудак? Ну, вот и оставайся здесь, козел. Меня сейчас один только вопрос тревожит очень сильно в данной ситуации. Я боюсь, что я не засну сегодня, если не получу ответ на этот вопрос. Вопрос следующий. Носит ли Тинкербелл трусы? Потому что не похоже на то. А как узнать? Без понятия. Так это ж Тинкербелл. Она неприличная девочка. Она с мальчиками зависает. Не просто так ведь она с ними зависает. А что, у вас открыто тут? Охуительная у вас... Прям 10 из 10. Так, это что, тень просто? Моя тень была? Блейдрик музон пиратский такой в доску прям. Камера, пожалуйста, ты можешь вести себя адекватно, потому что ты ведешь себя как, блядь, кусок говна. Пожалуйста. Пойдем. Да слышь! Иди сюда. С кем там дерешься опять? Ох, нихера! Это идеально. Слушай, ну я теперь этот включил. Эту обилку, которая лутает все, что падает вокруг меня. Это же теперь охерительно. Смотри, мне теперь не нужно бегать ни зачем. Да камера, пожалуйста. Так, это закрыто. Это тоже закрыто. Вот это открыто.
Мне кажется, мне надо наверх. Хера там удар. Ой, тихо. Это что такое? Куда это мы? Ого. Да бля, пожалуйста, ну камера. Просто это жесть. Наконец-то я не буду ничего просирать. Меня прям радует это. Ну, по большей части, по крайней мере. А то порой на локации столько всего остается, что пиздец. Чё там такое? Блин, клевый удар сверху. Да ну камера, пожалуйста. Акстись. Так, а мы с какой лестницы пришли? Можно я уйду просто? Мне что-то надоело с ним драться. Пам-парарам-пам-парарам-пам-пам-пам. Ну, а ты что, можешь летать? Каждый может летать. Хочешь попробовать? Мы научимся летать. Так, внимательно. Трусы есть? Нет? Ты... Чё? Немножко пыльцы. Теперь вы можете летать. У нее нет трусов. У нее нет трусов и нет задницы. Что самое интересное. У нее даже нет задницы, серьезно. Что? Так вы не избранная? Их семь, скорее всего. Малефисента сказала, что она не одна из них. Плываем. Уплываем, короче, как можно быстрее всех трупов за борт. После всех тех бед, которые я получил, когда ее ловил, она не одна из них. Да что ж там Малефисента планирует? Да кто знает. Если это поможет вернуть сердце Каири, неважно. Ты тратишь время. Бессердечные заберут сердце. Че? Я найду сердце, что бы это мне ни стоило. Капитан? Что? Пленники сбежали, и Питер Пен один из них с ними. Да ты проклят, Питер Пен. Хорошо. Приведите заложников сюда. СМИ. СМИ классный. Что такое Тинк? Питер? Какой Питер? Чё, Питер? Это английский акцент. Питер? Что? Сама ты такая? Чё ты обзываешься? Чё я хотел сказать? Боб Хоскинс классно сыграл с Ми. Прям его роль. Венди. Пожалуйста, поспеши, пираты идут. Что, да я сейчас приду, погоди. Венди? Да? А есть там другая девушка с тобой? Да, ну да. Но она спит. Она вообще не двигается. Каири, Каири. Она что, шкаф подвинула к двери? Нихера себе ты жесткая.
Питер Сковородка? Венди, давай. Так, все, давай наверх. Я не Венди, отстань от меня. Ну мы наверх как-нибудь залезем, я думаю. Сундук только спиздим. Че это у вас? Терджи. А я могу летать? Вроде ничего не говорили про это. А по трубе можно залезть? Не похоже. Да чтоб тебе, игра, пожалуйста. Ну, блядь, сделайте адекватную эту камеру. Ну что, блядь, сложного-то? Вот что это? Вот что это за хуйня? А можно было в дальнюю прыгнуть? Подожди. Секундочку. Можно было в дальнюю прыгнуть, херото? Да ну что, издевайтесь. Куда ты прыгаешь? Ладно, пойдем сюда. А, ну что? Что? Что с этими... Ух ты, пиздец, я не могу даже повернуться нормально. Чего? Я реально не могу нормально повернуть камеру. Она либо крутится целиком просто по полному кругу. Они двигаются медленно. Она двигается просто рывками какими-то жесткими. Только из-за того, что, блин, тут узкое помещение. Чего там? О, лестница. Смотри. Хира. Гуфи, ты что делаешь? Гуфи хорош. Так. И куда это? Туда, куда нужно, видимо, да? Рико, стой! Опять ты. А, ты теперь сме... Ты чё, блядь, говно? Слышь. Теперь еще и двое. Да ты, тварь. Да хорош! Что это такое? Вали его! Ну я уворачиваюсь. Так, хп нормально меня тут повредили. Да я же ударил! Блять, Дональда вырубили, херово дело. Дональд, вставай! Какого черта? Ты же должен вставать. Какой смысл-то в этом тогда? Да ну я, блять, иди нахуй. Дональд, вставай! Мы тебе скилл прокачали, зачем? Чтоб ты не вставал? Дональд! С полным хп я должен вставать, Дональд. Мы с Гуфи уже еле, блядь, живые, ты чего? Все. Вот, Дональд встал. Куда пошел? Да вы что, издеваетесь? Дональд, меси всех. Убили. Хорош. Ну, а это и есть ручная. По-моему. Хопа! Как это? Когти ворона? Или зуб ворона? Когти, наверное. Так, воруй у капитана Крюка. Далматинцы. Отлично. Нам сюда?
Максимально АП повышает. Хорош. 24. На 4 повышает АП. А это что? Сила и защита. У кого-то было такое. Наверное, у Гуфи. Сила, защита и АП. Дональду можно это одеть вместо чего-нибудь? ХП, силу нет, трогать не буду. Так, вот, подожди. Защиты меньше, но силу больше. Блин. Здесь что, не то тоже? ХП и сила. А силу хп... сколько? Ой, на 3. Да, в принципе, это не так сильно и проблематично, если у меня защита будет на 2 больше. И... давай оденем. Хорошо. Брат, а с тебя можно это снять? Сука. Украсть. Надо будет в городе в основном купить этот. Так, мы откуда пришли? Мы пришли из ящика или через дверь? Что-то я запамятовал. Наверное, нам вниз. Или нет? Откуда мы пришли-то? А, не, мы лестницу подняли. А он ушел через дверь. А мы-то как должны дальше пройти? Подожди, чё, блядь? А у нас нету никакой оружки-то для них. Если бы она была, ладно, окей. Просто мне надо сходить в город и купить там эту новую оружку. По-моему, она там продается. Блин, как классно все лутается прям сразу залпом. А можно через дверь-то уйти? Алло. Слышь, дверь открой. Да ну нечестно. Чё за... ох, мать. Свидание. Куда-то упал. О, туда, куда надо, упал. Венди. Ну ладно, Тинк, не сейчас. Ну, это дальше я не могу пойти, я нашел Венди. Мудак этот Питер Пен ваш. Просто мудак кинул нас. Протектера Чейн. Протектера Чейн. Это что такое еще? И где оно? У меня такое уже было, что ли? А, ну да. Слышь. А я могу что-нибудь получше одеть уже, наверное, ему. Так. Для Гуфи. Во, нормально. Резисты 24. О, ну все, вот это вот одевай. Так, окей. Да козел он. Он всегда был козлом. Этот Питер Пен сраный. Ненавижу его. Ушлепок. Кинул нас. Блин, как хорошо лутается, прям я счастлив. Вообще никуда бежать не нужно, взяло все само и залуталось. Здесь что? Нет, не то. Это мы вернулись назад. Здесь что? А это не открывается вообще. А это назад в темницу, да? А это открывается? Открывается. Но есть предположение, что нам надо просто наверх подняться. Наверх не упало бы. Пошел. Да куда ты, ёпты, сам-то? Так, верните меня назад, где я буду. Я не хочу сюда.
Залезешь? Нет? А почему нет? Только действие надо выполнить, а что? Ты издеваешься? Ну вы чего тогда убьете вот типа теперь? Смысл? Да ёб, зачем все запрыгнул? Дональд, конечно, со своими часами этими. Залезь, пожалуйста. Есть вариант наверх-то залезть? Не похоже. Это мы не сможем. Нехорош. Вообще нехорош. А у вас на корабле нету просто лестницы какой-то банальной? Типа вверх. Просто по ней пройти и такой на верхнюю палубу. Просто, ну мы везде уже были, кроме, наверное... верхушки. Просто-напросто. Да ёпта, камера. Как бы мне вот серьезно, вот туда запрыгнуть? Туда вообще можно запрыгнуть? Да он не прыгает. Я хер знает. Давай я попробую. Если мне дадут сделать вот так. Прыгни, пожалуйста. Хорош, туда можно залезть. А только вот зачем? Я не играл вторую часть. Я еще не прошел первую часть. Чего я вообще, решил, что я буду играть в продолжение? Эта дверь открывается. Бля, как все сложно-то. Давай по лестнице. Спасибо, Восман. Ты, блядь, капитан очевидность прям. Представляешь, есть еще, блядь, спин-оффы, которых тоже 3 или 4 части. Я никому ничего не обещал. Во-первых, новая часть, третья, которая она вышла только на PS4. И стоит она 4 с чем-то косаря. У меня таких денег сейчас просто-напросто нет. Да и не хочу я тратить на эту игру столько денег. Камера просто отвратительно сделана. Не, ну она сделана нормально, но только в закрытых помещениях. В смысле, в открытых, более-менее. Теперь внезапно дверь здесь открывается? Как это работает? Я не знаю, что мы сделали. А вы даже не попрощаетесь, сбежав с этой девчонкой? Куда бежать? Где? Куда он пошел? В руины полубастиона, где Малефисента сидит. Восседает. Но ты за ним не пойдешь. Если не хочешь, чтобы мы убили твоего друга Пикси. А она нам не подруга, убивай ее нахуй. Отдавай Кейблейд, и я вас пощажу вашей жизни. Я не такой, как бессердечный. Так что? Кейблейд или планка? Ссылка не битая, просто она UA. Именно она, небось, не работает. Ой, смотри, Санёк подъехал. Это он, это крокодил. Сми, он идет за мной. Я не могу оставаться здесь. Уходи. Без шансов.
СМИ! Разберись с ними! Лети, Флора, просто поверь. И ты можешь сделать это. Когда тебе такое говорили? Ты решил вернуться? А то есть своих друзей спасаешь? Крысятина ебаная. Козел рыжий. Ты думал, я оставлю вас здесь в беде? Я вообще-то на это рассчитывал. О, Кура теперь есть. Серьезно? Не-не-не-не-не, Питер, ты идешь в жопу. Ты нас кинул, короче, а я такие вещи не прощаю. В Неверленде Сора и его друзья могут летать. Во время прыжка нажмите кружок. Понятно. Ну чё, делаем это? Хорош! Опачки. Здравствуйте. Че это за воздушные пираты такие, блядь? А мы можем лутануть-то этот ящик? Потому что, ну, мне хочется. Давай, давай. Бля, ну конечно. Ты меня заставляешь вернуться сюда потом, что ли, или что? Ебать, это что такое? Это что, корабль? Его можно сбить? Ебануться, блядь. Воздушные пираты подъехали, да? Нет, только в Неверленде он сказал. Это ты, СМИ? Ты прикончил их? Да, капитан. Они прошли по банке, каждый из них. Питер... Будь ты проклят! Твоя очередь пройти по планке. Драка с крюком. Где это говно? А, вот ты где. Хуя ты прыгать? Ты где? Ну, кажется, я попал по нему. О, отлично. В туше, киса. Хуя ты там машешь. Хилося. У тебя котелок не закипит сейчас от таких действий-то, блядь, быстрых слишком. Не смей. Когда ты успел Дональда заварить, алё? Ну, ряд закипел. Так, я лучше буду бить просто так, постоянно. По-моему, он упал. Куда он делся?
Дональд, вставай, пизди всех. Бум! Я чувствую, сейчас кого-то мы покормим. Арканум. Сам репорт 9. Кайри не может проснуться. Может, она потеряла свое сердце? Сора. Я все не могу поверить. Я и правда летал. Жду не дождусь рассказать Кайри. Она же не поверит. Скорее всего, нет. Ты можешь приводить ее в Неверленд, и она может тоже полетать. Если ты веришь, ты можешь делать все, что угодно, да? Я найду Кайри. Я знаю, что это и что я это сделаю. Я так много хочу ей рассказать насчет полетов, пиратов, обо всем, что произошло. Опять ты без трусов тут ко мне подлетаешь, Чотинг? А что насчет башни? Там что-то есть? У нее нет трусов, но и нет и задницы. Вот это странно. Странные феи. Мы что, в Лондон вернулись? Чего, блядь? А как ты... Что? А как ты здесь оказалась? А что ты тут делаешь вообще? Ты как себе попал-то? Ты улетела, что ли? Алло. А можем летать? Ой, прикольно. Сохранится. Хера. Ну ладно. Странно, что все это еще считается Неверлендом. Дай-ка я сначала поищу что-нибудь здесь. Что-то открывается? Так, куда не надо падать? Вы точно не открываетесь? А вот эти верхние? Что, тоже на двери похоже? Блин, летать классно. Жаль, что это только в Неверленде работает. Да, ядрить, залезь. Ничего не открывается, что за дела? Вот здесь я еще не пробовал, ну-ка. Да уйдите вы, дебилухи! Че встали? А еще выше, если... Бля, как классно летать. Прям нравится. И камера хорошо себя ведет. Что-то наверху есть. Бля, классно. Кажется, начинаю понимать, что здесь надо сделать. Так, ты нашел ее, Сора? Ты найдешь ее, Сора, не сдавайся. А этот... Питарюга где? Флэрджи. Окей, что-то еще здесь есть? Можно ссылку? Да.
Работает? Можно. Хорош, что-то сделали. Можно. Скважина, хорош. В часы сунул. Ты даешь. Вернуться бы на корабль. Там наверху на мачте что-то лежало. Мне это взять не смог. Потому что драки. Навигационный GPS. Это надо к этому и к Сиду идти, чтобы он установил ее. Или что? По-моему, надо к нему. Эй, Сора. Когда мы вырастем, давай уйдем с этого острова. Мы пойдем в реальное приключение, не эти детские вещи. Уверен, что мы все это проделаем. Знаком с этой девочкой, она прибыла только вчера. За порез у меня тут. Что за дело? Царапин какая-то, нихера. Ногтями себя скребу ночью, походу. Что за звуки еще у меня тут? Да хорош, завязывай ты что. Это было глупо приводить ее сюда. Помнишь? Слишком, короче, рассчитывать на силу бессердечных может стоить тебе твоего сердца. Его мир уничтожен, то сердце нет. Возьмем принцессу из его замка, и она отправится сюда. Но не бойся. Тебя никто не тронет. Он тебе не ровня. Не ровня твоей силы. Да, моя сила. Сила лежит внутри тебя. Теперь, дитя, время пробудить твою настоящую силу и понять твой полный потенциал. Да он давно уже перешел на темную сторону. Еще когда мы в первый город пришли. Первый раз его там встретили. Пока, Кай. Пока, Герда. Пока, Кай. Питер, ты действительно хочешь вернуться в Неверленд? Боюсь, да. Но мы можем видеть друг друга, если ты не забудешь про Неверленд. Ну, пока ты не забудешь про Неверленд. Ща, в ёбач получишь, осторожней. Она сейчас закипит. Сделай одолжение. Присмотри за ней, за меня. Что? Я бы тоже такую реакцию сделал бы. Что? Просто стоишь, ничего не подозреваешь, и, короче, фея у тебя перед лицом, задницей такая. Что? Че? Что за хуйня? Че? Ability to glide? Это что такое? Что? Подожди. В воздухе нажмите кружок. В каком смысле? То есть мне теперь все время что ли летать можно? Или что? Так, ну окей, ладно. Разберемся. 8 8 и 7.
поднимает МП на 1, увеличивает магию и призыв. Критические атаки наносит еще, нихера себе. У нас появился новый призыв. Также. Это хорошо. Ты мне что-то скажешь? Питер останется со мной так долго, пока я его буду помнить. Точно здесь ничего нет? Потому что ну, до этого нельзя было, а теперь что-нибудь изменилось. Ну, что-то хуйня какой-то. Так, ключ мы здесь нашли. Гамми. Ямми. Да, на всякий случай сделаю второй сейф. То я вдруг случайно нажму что-нибудь не так. Сорок первый уровень у нас уже. Нихера себе, 41-й. Куда мы идем дальше? Тут в чем вопрос. Ну, мы нашли навигационную гамми-частицу. Давай вернемся в А, ну окей. Сид может установить ее на корабль, надо ему отнести ее. Ну, окей. Турнир начался в Колизее. Я слышал, что, ну, этот... Еще один турнир начался в Колизее. Хорошо. Хорошо. Здесь нашли вход. Здесь нашли вход. Здесь нашли. Нашли. Так, подожди. А где... А как на корабль попасть? Или туда уже все не вернуться? Стро... Колизей вернуться, что ли? Не, давай сначала вернемся сюда, наверное, все-таки. Чтобы купить оружки новые для этих дуболомов наших двоих. А то они ходят как не очень. Вдруг сейчас это что-нибудь поновее получше будет. Ювелирочка. Первый дистрикт, аксессуар шоп. Давай сразу сюда. О, продавец. Пообщаться. Вы видели меня раньше? Возможно, вы думаете, что я кто-то другой. Че, блядь? Ты у дверей стоял, хуй ты мне тут рассказываешь? Рассказывает он мне тут. Так, что у тебя есть? Не, все говно мне не нужно. А, мне не аксессуары нужны, наверное. Нужно другое место. Мне нужен... Помалкивай лучше, Гранд Мейдж, на эту тему. Сидит мне тут... Сейчас еще в чат начнет спойлерить, ты что, блядь? Убью тебя нахуй сразу. Так, хочу купить. Ну вот что это? Вот откуда мне знать, сколько оно наносит дамага? Вообще никаких описаний нет. Почему так-то? Сделан для битвы. Понижает максимально МП на 1. Редус, правильно? Понижает? Для битвы. Повышает МП. Почему Кусаг говорит, без понятия. Наверное, надо покупать вот это. Ну, я так думаю, что это подойдет. Больше силы магической и МП повышает на 1. Дональдс один хрен, там магии что-то постоянно пользуется. Так, ну, надеюсь, с этим будет все проще.
для атаки, нежели для защиты. А этот? Для защиты. Но он же эффективное оружие. Гигасфист? Ну ясно, понятно. Больше подходит для защиты. Для атаки. Я думаю, лучше для атаки взять. Гуфи он нормально херачит, но... Это лицо, оно мне уже снится, да? Не повысилось ничего у тебя тут? Ууу, красненький. 24 сила будет. Плюс 1 МП. Ну, хорош. Гуфи. 26 силы. Ах, уехал наш автобус. Нормально, мне нравится. Хотя логичнее было бы, наверное, купить как раз для защиты и для силы. Что он и силу, и защиту, наверное, повысил бы. Ладно, не важно. Купили, купили. How you doing? Где тут у вас... У меня нету больше, да? Магазин аксессуаров. Сохранюсь. И дальше мы пойдем искать Сида. Наверное. 3 косаря, что ли, потратил? Нет, 2400, да? 2400 потратил. Херовенько. Ты-ты-ры.